И как тут сказал товарищ, что встаешь, все стерто, потом приходишь и выходишь с урока по-другому. Что происходит здесь, на уроке или в контакте с тем, что называется Торой и заповеди? В течение урока вы впитали что-то из того, что вы находитесь здесь. Главное, это все-таки из объединения между вами. И с помощью объединения высший свет может проявиться больше по сравнению с тем, как он светит в виде окружающего света. И вы получаете это свечение. Поскольку это свечение приходит вследствие объединения между вами, оно также воздействует на вас для того, чтобы привести вас к истинному объединению в ваших желаниях. И она соединяет вас вместе в какую-то систему. Эта система, она задействуется тем же светом, который действовал, и получается у вас какая-то маленькая система, которую вы сейчас постигли во время учебы вместе с внутренним светом, который в этой системе. И так вы продвигаетесь. Так тут есть в этом продвижении также и работа каждого индивидуально, и также общая ваша работа. Индивидуальную работу вы производите в каждом месте, кроме учебного зала. А когда приходите в учебный...